До боя курантов считанные часы. Встретить Новый год химчан приглашают в парках округа. Основное действие развернется в парке имени Льва Толстого. Начало программы в 22:00. Жителей ждет праздничный концерт, на котором выступят приглашенные звезды – Доминик Джокер, группа «Премьер-министр» и «Акула». Также в программе танцевальное шоу «Мираж», конкурсы и праздничная дискотека. В 2 часа новогодний фейерверк.